в неглубоких речках. Внизу коряжник, мы в коряжник пока не полезем. В узких заливах, в обширных водохранилищах и в деревенских прудах. Ну, такую я здесь еще ни разу не ловил. С берега нахлыстом или с лодки на фидер. Сейчас будем снизу добывать хищника. Интересное и разнообразное. Я сейчас кинул, ну, метров, наверное, 50. Рыбалка в Нижнем Прикамье. На телеканале «Охота и рыбалка».